Поставили шашлычок, коньячок. Готово. Палатку поставили. 30 градусов. Ну, 31 плюс-минус. В среднем 30 градусов где-то. Обещали, что сегодня будет прохладно. Последний день тепла. А попали жопа полная. Ох, нелегкая эта работа. На ручей ходить. Если жёгся в крапиве, то, как всегда, повезло. Пойдем в рот. Теперь берцы. Осенняя водичка. Боюсь даже представить, какая она. Попьем. Но все равно еще часик-два надо подождать. Вон, а вроде там это, как дожди, не знаю, развеется, нет. Но часик-два палатка просто вся. Ну вот здесь была палатка у нас. Почти все собрано. Палатка собрана. Столик еще не совсем. Ждем, пока головешечки потухнут.